пожаловать на канал. С вами Оксана и моя дочка Александра. Скажи, Саш, привет. Скажи привет. Котя. Котя. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, как уже разговаривает Саша в свои 2,5 года, о ее разговорной речи, о том, как она много говорит, что она говорит. Значит, разговаривать начала Саша уже в 11 месяцев, это были первые слова. Мама, папа. Мама, папа, тетя. Мама, папа, Саша, да. И потихоньку, в общем, она потихоньку училась, говорила что-то. Мама, папа. И вот сейчас в 2,5 года у нас прогресс. Она начала очень много разговаривать, очень много говорить слов, говорит уже коротенькие предложения. Самое важное, что она начала задавать нам вопрос. Все, что она видит, все, что ей интересно, и она не знает, что это, она спрашивает все это. Все это вопрос, который звучит энное количество раз в течение дня. Причем все, что она видит, она может спрашивать и спрашивать по несколько раз об одном и том же, что это, что это, что это. На улице все, что она видит, она спрашивает, что это. Да? Саш, что это? Белый. Белый, правильно. У нас краски здесь, и она вот... А это какой? Солнышко. Желтый – это солнышко. Она уже знает тоже цвета. Ну, не все, конечно, но многие цвета она уже знает. Также она умеет считать. Считает до 10. Иногда, конечно, пропускает какие-то цифры. Посчитай. 1, 2. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Вот так, в принципе, вот на протяжении вот этого месяца она как-то вот активно уже начала у нас разговаривать. Некоторые слова, конечно, нам не совсем понятны, в принципе, но я нахожусь с ней целыми днями, и я уже понимаю, в принципе, что она говорит. Красивый, да. Она очень много говорит, в принципе, уже и предложений коротеньких, таких как, например, «идет снег» или «я устала», «мама, я тебя люблю», она говорит. Очень приятно, конечно, это слышать в течение дня, она может несколько раз это сказать. «Хочу рисовать» или, ну, в принципе, вот такие вот короткие предложения, она уже все говорит, она все прекрасно понимает. Вчера она меня позвала танцевать и сказала, пока она включала мне музыку, она мне сказала: «Подожди чуть-чуть». Говори. Есть уликачки, папы. Последнее время у нас даже Саша уже может поговорить по телефону, если звонит папа, она знает, как поднять трубку, и она слушает, какие ей задают вопросы, отвечает на них. Не так долго, конечно, но, в принципе, если раньше она вообще отказывалась разговаривать по телефону, то теперь она рассказывает, что она делает, чем она занимается, в общем, может немножко рассказать о том, как у нее дела и чем она занята, в общем. Ребенок уже научился разговаривать, и поэтому он может уже изъясняться, говорить, что он хочет, что ему нравится, что ему не нравится, в принципе, что она хочет кушать, что она хочет одевать иногда. Она сама, в принципе, может даже открыть шкаф и выбрать то, что ей хочется одеть. Также она может рассказывать мне что-то про свои какие-то дела, о том, что у нее есть кукла. Вот последнее время она нам рассказывает о том, что она поедет с ней на море. Для куклы она тоже у нас придумала имя. Она его услышала, я так поняла, где-то на Ютубе тоже девочка играла с куклой и называла куклу Эмили. И сейчас у нас у Саши тоже есть Эмили, да? Саша, покажи, где у тебя Эмили. Вот у нас Эмили, и Саша поедет на море, да, с Эмили? Поедем на море с Эмили? Да? И она вот последнее время, все время, каждый день она вспоминает, что она с Эмили поедет на море, она будет купаться, что ей нужно купить круг. Ребенок уже все прекрасно понимает. Если что-то ему непонятно, он задает вопросы. Это очень важно, что ему интересно все, все, что его окружает. Она спрашивает, причем спрашивает.
Все, порисовала, молодец. Она спрашивает, ее интересует очень много, и это очень приятно, когда ребенок вот развивается, растет. Руки мне пить. Руки пойдем мыть, да? И мне грязные красочки. Грязные руки грязные от красок, да? Мне там ручки. Будем мыть ручки? Ага. А что ты сегодня кушала? Мне молочки кушать. Не кушала. Макарошки кушала, да? Ага, ничего. А еще что кушала? А пила что из трубочки? Я пила. Я уже пила из трубочки. Молоко с трубочки хочешь, да, пить? Вкусное молоко тебе нравится? Любишь молоко? Ага, люблю. Люблю? А еще что ты любишь? Банан. Банан, а еще? Что еще Саша любит? Чай еще любишь? А еще, а кушать что любишь? Молочки! Макарошки еще любишь. А шарики кушала сегодня с молоком, да? Люблю шарики. Любишь шарики, да? А расскажи еще нам, а где папа твой? Ушел на работу. Папа на работу ушел, да? Он не хочет краски. Что не хочет? Не хочет красками рисовать? Да? А что мы еще будем с тобой сейчас делать? Что будем делать? Будем Эмили спать ложить? Нет. А не будем? От чего? Идет снег. Идет снег. Ну, снег у нас, конечно, не идет, но у нас Саша постоянно смотрит в окно, выглядывает и говорит, идет снег. Снег у нас не идет, но он скоро уже растает, да? Он уже потихоньку тает, поэтому снега скоро не будет, и наступит весна, да? Прилетят птички, будут расти цветочки, да? А потом будет лето, и мы поедем на море. Поедем? И Эмили. И Эмили возьмем на море. Вот так уже грязные руки сейчас помоем. Вот так уже много, в принципе, много слов, которых она знает, говорит, употребляет свои речи. Вот. Очень приятно, конечно, что... Ребенок такой уже стал разговорчивый, иногда она болтает очень много, просто вот с утра встает и начинает что-то говорить, и она, если что-то просит, она очень настойчивая тоже, она будет меня просить об этом, повторять мне несколько раз о том, чтобы я ей что-то дала, либо если она задает какой-то вопрос, может быть, я его не услышу, она мне повторит его еще несколько раз, чтобы я обязательно на него ответила. И если она что-то делает, она всегда мне об этом сообщает, и чтобы я ей обязательно сказала, Саша, ты молодец, Саша хорошо, Саша умница. Вот ей обязательно нужна моя поддержка, мое слово, чтобы я как-то ее вот поддержала, скажем так. Ой. Ой. Любишь маму? Ага, люблю маму. А еще кого любишь? Сашу. Сашу любишь? А бабушку любишь? А. Да? А дедушку любишь? Нет. Придаем привет, скажи, бабушка, привет. Не бабушку. Сделаем воздушный поцелуй. Устала рисовать, Саша, уже, да? Будем спать ложиться? Нет. Не будем? От чего? Поспим чуть-чуть? Нет. А потом гулять будем опять? Не будем, спим. Не будем спать. И на этом все. Мы хотим с вами попрощаться. Надеемся, что это видео вам было интересным. И всем пока. До новых встреч в следующем видео. Помаши пока, Саш. Пока-пока. Пока-пока. Together, a rhythm.